Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои девочки, я снова сегодня на линии 29-59, и как мы обещали, вторую часть винтажные сумки. Кому интересно, пожалуйста, оставайтесь с нами. Привет, Оксана, еще раз. Привет, привет. Ну, я думаю, что у нас сегодня солнце село, да? Почему? Солнышко нормально? Отправки тоже, да, нормально? Так что, девочки, отправки идут, сумки в любые города идут. Так, каждый день на линию 29, павильон 59. Ну что, Оксан, пойдемте. Винтаж мы, как обещали девочкам, мальчикам. Винтаж там закроют. Угу. Так. Смотрите, начнем, как всегда, объясняю, как делать заказы. Посмотрели ролик, либо в Телеграм. Всегда есть ссылка у нас прикреплена под каждым роликом. Выслали мне фото или что-то, ну, или скрин. Я вам высылаю модель, либо вы уже высылаете в Телеграм, посмотрели, там есть и цена, и все. Отправляете мне в WhatsApp. На WhatsApp вот сюда, вот он. Девочки, не путайте. Не Шабану, Шабану можете звонить, писать. Мне только писать, я на звонки не отвечаю. Вот мой номер. Надо писать. Пишите, отвечаю в любое время. Писать можно мне в любое время. Телефон всегда, как я всегда говорю, телефон всегда у меня на беззвучном, но я отвечаю всегда, потому что, знаете, каждую секунду тык-тык-тык, смс-очки идут, и, ну, если будет звук, естественно, возможно будет. Дальше. Каждый день отправка. Отправка каждый день, квитанция на следующий день. Вот сейчас у нас, так, Юля всегда с деком, у нас занимается, относится, ну, там... Сейчас Навруз отнесет, потому что время уже такое, что могут закрыться. А на почту возит Шабан посылки. Соответственно, привозит мне он их на следующий день. На работе мы встречаемся, и он мне отдает вот эти квитанции. Я уже рассылаю. Девочки, не забывайте про почтовый расход, вот этот сбор. Его вы должны по факту прислать. Вот такой вот, вот этот трек-номер. Допустим, да, это для отслеживания. Вы сразу видите, когда приходит посылка, поэтому... То есть вечером, если после 5 заказ, соответственно, уже он автоматически на следующий день. Вот сейчас уже к 6 часам все отвезем на почту, и завтра будут квитанции. Все, ну что, нас порадуешь? Порадую, винтажом? Домочка, порадую. Давайте. Получили бананки. Сколько их ждали у нас? Нет, ну я такой, хочу яркое что-нибудь. Давай. Твой любимый желтый. Вот, покажи то, вот какой у тебя цвет. Ну, мне вот этот все сюда, а мне вот этот, ну, люблю. Ну давай, зелень. Белый, тебе приятно. Ну, любимый. Я хочу показать просто, она носится как сюда. А, поясная, наверное, нет? Можно и через плечо, топочка, можно и как поясную. Во. Можно и как поясную. Я летом иногда ношу, когда футболочка, джинсы, телефон не помещается, да, вот как, ну, вот сюда, ну, какой телефон. Так вот она. Шикарно, шикарно. Кстати, как кобура можно. Да, да, и да. Как поясная. Круто. Красивый цвет. Вообще классно. Ну, у меня, помню, такая красная. Сейчас я получу красный цвет. Красный у нас отдельно. Юлина, ты. Давай, и, под твои надписи. Тебе надо укоротить, тебе, наверное, ремень. А ты вот так вот на плечо одевай ее. Ну, я имею в виду, как кобуру. Посмотрим. Вот они. Классно. Так что хулиганьте. Во. Вот на Юле вот так. Угу. Вот. Кошечки. Да, можно вот по длине. Да, по длине она будет по-другому смотреться. Хотя сзади есть. Вот так, ну да, да, нет, ну я, и я люблю там, так. Да, 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 именно как и сзади идет у нас Машек. Все нормально, все есть, девочки. Всем все отправил. Цвета брусника, цвета... синий, рыжий, джинса, шоколадный такой, да, джинса. Уже, да, красиво. О, зелень мой любимый. Смотрите. Вон, посмотрите, цветовая гамма, да, какая красивая. Тоже. Красивые, ну, цвета. Да, дома у нас есть все. Смотрите, такая. Угу. Вот, кстати, что я показывала. Видите, бывает вот эта индивидуальность. Мне сегодня клиентка, одна говорит, Оксана, на серой сумке, говорит, вот, ну, прям видно пятно. Я говорю, это же бывает пигментация, это шкура животного, да? Угу. Она, ну, допустим, винтаж, что такое. Бывает, ну, пятнах, пятна на шкуре самого, допустим, черно-белое, да, угу, там или что-то. И при покрасе все-таки это
красят натуральными красителями. Оно может где-то выступить. Я говорю, это же все, это у вас будет в единственном экземпляре, ее уже не будет. Смотрите, вот такие вот сумочки. Угу. Да, цвета тоже разные. Джинса, смотрите, какой здесь зеленый цвет, черный, серый. 9000 оптовая цена. Угу. Вот такие вот тоже. Да, черный. Поярче, поярче сейчас. Угу. Мы женщины яркие. Нам надо... Окушик, что было. Ну? Да, Юля? Конечно. Вот она. А. Вот видите, где? Во, на бедре, при моем-то росте. А рост у вас, Оксана? Метр? 1.76 Толочка. Метр Ой, 76. Рост уже раздают все. А все равно могут не услышать, нет, и переспросить. Нет, ну, вот это я шучу, это да, новые да. клиенты. Да. Много же новых клиентов. Ну, конечно. Поэтому это я уже так... Мы почему и объясняем, как отправка делается, говорят повторно. Девочки все равно задают вопросы. А вопросы одни и те же, как да, делать? Да. Думаю, ну где-то может быть, я вижу, знаете... Одни и те же вопросы. Некоторые говорят, задают. Полгода за вами слежу, полгода смотрю, вот решилась, ну то есть читают отзывы, всегда все отправляется. Я говорю, как обычно у меня, у моих клиентов, я говорю, по 10, по 20, по 15 сумок, смотрите, вот, угу. винтажи, как я обожаю винтаж. Знаете, клиенты у меня, говорят, уже после винтажа, уже не хотят, да? Ну, если вот именно ценители, нет, кому-то нравится и Саваш, кому-то Флота, Руга, ну... Винтаж – это уже, винтаж. Да, знаете, покупают, потом решаются на винтаж, говорят, это просто. То есть в реальности цвет намного лучше, чем ожидали. Mm-hmm. Просто, говорят, в реальности вообще абсолютно другие цвета. Вот такая вот моделечка. Смотрите, ой, класс. Сзади кармашек. Вот он. Что у меня сегодня? Миша, желтый, опять раньше. Желтый у тебя. Ну, да, давай хоть голубенькую. Это серый. Ну, серо-голубой. Серо-голубой, как колотый угу. лед такой цвет. Да, да. Шикарно. Шикарно, Тома, шикарно. Да, да. И так. Черный, черный, коричневый, есть, да? Вот серый. Хочу показать, вот еще модель новая. Это делается и сумкой, и рюкзаком. И сейчас мы... И вот хочу показать, смотрите. Вот обратите видно. Внимание, опять ухватила желтый цвет. Солнечное настроение, Томочка. Я сейчас покажу, как она делает. Смотрите, что значит кожа, видите, разных цветов. Это делается все специально. Ручки так при покрашивании, так же кожа, я показывала, она идет темнее, светлее, да, ну, и при покрашивании вот одно крашется посветлее, другое потемнее, видите, на камере получается, даже видно, да. Да, это сумка 9500. Ой, батюшка, что у меня там соседи. Не обращайте внимания, соседи приезжают. Соседи въехали у нас новые. Так что берегитесь. Весело. Смотрите, видите, это можно и рюкзаком. Вот так да, можно. Нет, можно и сумкой. Угу. Дело в том, что она можно вот так вот носить ее сумочкой. Тоже шикарно будет. Угу. Смотрите, видите? Модель просто. Окышек. Вон. Идем дальше. Идем дальше. Вот еще поясную бананочку. Также можно ее так. 6500 оптовая цена. Можно на талию. А цвета шоколадный, молочный. Такой вот оранжевый, да? Терракот. Посмотрите, какая цветовая гамма, девочки. Цвета красивые. Очень красиво. Так. У меня такие шумные соседи. Да, извините, это рынок. А то иногда говорят, почему так шумно? Я говорю, это рынок. Не, ну, уезжайте, да. Вселяться, мы да. можем соседям запрещать. Конечно. Всем надо работать. Они на 3 месяца потом едут. Косичка. Да. Такая интересная. Такой багет. Смотрите, тоже классный. А расцветки такие или тоже разные? 2 цвета. А нет, вот красный. Три еще и черный цвет. Угу. 3 расцветочки. Вот такие конверты, девочки, есть. Оранжевые. Классные. Прям, да. Телеграм. Девочки, заходим в Телеграм. Все есть. Смотрите. Окушик, да? Да, ну, карман. О. Длинный ремень вот на оранжевый. Я и оранжевую. Давай хоть оранжевый, а то сейчас желтый опять. Да, кстати, ухватишь. Не так уж и много оранжевого. Сзади угу. карман. Смотрите. Красиво. Куда-нибудь в ресторан. А в ресторане, а в ресторан. По ресторанам Тома тоже да. можно. Обязательно, почему бы и нет. Такие вот сумочки. Жизнь одна, девочки. Все в ресторан. Вот. Тоже. Туда же. Туда же. Тоже. И расцветочки. Фисташка такой. Серый, черный. По цветам уточняем в Телеграме, девочки. В Телеграм-канале есть все. И размеры. Девочки, вот такое вот есть
чудо чудное тоже. Туда же. Тоже в ресторан. Да, почему бы и нет. Можно. Тут как в этом фильме, служебный роман. Туда же можно. Туда же. Да. Так, что нам еще? Вот такая вот сумочка. Опять здесь. Обратите внимание, желтый. Ну, вот она. Что-то у тебя сегодня руки только на желтый тянет. Опа. И еще ручечка, да, идет там? Да, есть барсетка, есть сзади. Угу. Эти я показываю в каждом ролике, угу. Поэтому я не буду столько. Цветов тоже много, уточняйте, да. Девочки. Есть вот такие вот 9000. Угу. Это амулетик называется. Амулетик. Тоже. Ну, амулет мы его называем. Тут в каждой сумке есть название. Угу. Тоже. Туда же. Тоже туда же. Угу. Вполне сойдет. Отстегнул и пошел. Так. Это вот. Такие 4000 у нас кошелечки. Ну, это может быть как сумочка, можно как кошелек, а можно как просто вот, вечером смотко, прогуляться. Как шикарно мне она подходит. Да? Ботиночки мои. Кому в машине, кому прогуляться. Кому куда. Кому да. Куда. Что куда. Кума, куда, куда. Вот так такие вот модели. Ой, тоже. Это тоже туда же можно. Тоже можно. И с пошел. Такими цветами можно Тума куда хочешь. Ой. Вот с таким так. Цвет. С таким цветом. Сиреневый такой. Лиловый, да, такой. И тоже, заметь, два цвета. Да, вот да, на да. Бахроме сделали потемней, а вот здесь посветлее. Она прям играет. Ну, супер. Супер. Потом вот такие клатчики 5000. Вот эти. Угу. Вот, это... пожалуйста, туда же. О, кошик. А рассветки такие или еще нет, есть? Нет, есть. Они, кстати, ну, надо смотреть, бывает. А, ручечки, другое плетение, да. Нет, есть длинный ремешок. Дома у нас все есть. Угу. У нас раз в кроссбоди, раз хочешь в ресторан. Угу. Опять-таки. На все случаи жизни. Да. Сумочки на все случаи жизни. Линия 29, павильон? 59. 59. Не забыли. Помним. Помним. Вот сзади кармашек. Угу. Тоже почему бы и нет. Вот. И пошла. Красота. Звезда. Красота. Здесь вот такие, ну, красные. Куда я без красного? Красный страз. Ну, это твой любимый цвет, я заметила. Телефон хоть я твой отдала? Да, телефон лежит. Я тут немножко... Да? Ну, я говорю, я переживаю. Я вот начинаю все равно дергаться, когда вот это, знаете, идет съемка. Я сейчас в перерыве немножко ответила на сообщение, приняла заказы, потому что... Угу. Помоги щупайте меня. Я щупаю сумочку. И цвета шучу. Тоже. Посмотрите. Ну, вот. Знаешь, что ты шутишь. Вот такая вот 6500. Угу. Такие вот тоже так. Красавицы. Функция. Как она говорит? Функция. Вот красивый прям цвет. Да. И зеленый тоже да. Красивый прям. Оранжевый. Нет, цвета шикарные. Ой, цвета шикарные. Угу. Вот, ага. Красивая. Да. Такое тоже. Так что, девочки, лето-лето. Посмотрите, какие красивые цвета. Лето-летние. Угу. Смотрите. Угу. И ремешок, да? Ремешок. Сзади карман. Все есть. И такая ручка. Плетение, видите? Одень нам плечико. И вот тоже так. Можно и туда же. Туда же можно, почему бы и нет. А туда же это, девочки. Есть у нас вот такие вот. Плетененькие. Угу. Платчики. Девочки, в Телеграм. Вот просто, ну, это настолько удобно. Да и вообще, я говорю, там размеры, цены. Показано, как сумка внутри, спереди, сзади. Все-все показано. В роликах я показываю, как бы, знаете, ну, более общую, наглядно, да, к себе прикладываю. Все равно хотят видеть такой... Двойной, когда да? Когда общий, да. Угу. Да. Поэтому, а в Телеграм там есть вот такая вот модель. Кисеты. Хочу вот этот цвет тоже показать. Угу. Очень даже красивый. Интересный. Ну и такое. Смотрите. Угу. Красивый. Она, ручка свободна. У меня сейчас тут рукавчик такой. Поэтому даже через плечо очень длинный ремень. Пожалуйста. На любой. Как хочешь. Да. Да. Очень модная. Это, извиняемся, буйные соседи там
только заезжают в эйфории. Да, поэтому... да, да, да. Смотрите, вот такая модель. Здесь она у нас тут на ремне. Это нормально. Лишь бы не вредные были. Да. А то, что шумные, ничего. Пусть шумят. Вот смотрите. Шумят, значит, живут. Вот. И нам повеселее. О. Мы за работой и не обращаем внимания. Ну, я лишь бы пакостными не были. А шумные, угу, это не страшно. Ну да. Красивые тоже. Да. Так, а расцветки тоже, да, разные? Да. Вот уже, смотрю, уже. Вот она, вот, вот она. Цвета. Красивый, черный. Девочки, смотрите, какая маленькая, такая стильненькая. Ну, средняя даже она, я не скажу, да? Что она маленькая, средняя. Вот 9500. Угу. Ну-ка. А, красота. Рыжую. Рыжую, бесстыжую. Так, вот, посмотрите. Звезда. О, кошик. Работаем, девочки. Покупаем, приобретаем сумочки разных расцветочек. Стильные, модные. Винтаж. Цвет необычный. Да, да. Цвет шикарный. Цветов вообще очень. В этот раз, мне кажется, посмотрите, девочки, даже направлю камеру. Посмотрите, какая цветовая гамма. Прям вот. Мне кажется, из всех съемок, мне кажется, в этот раз прям да, много. Да, потому что мы вчера и перед этим получали. Ну, винтаж я всегда, я же говорю, у меня уже... Лето-лето, и под сарафаны, и под платье можно. Все-таки по многочисленным таким... Вот, посмотрите, смотрите, какая красота. Как, соседно, угу. По многочисленным просьбам люди у меня уже стали... Вообще мои клиенты переходят... А много... давай цвета покажем. Вот она, рыженький, пудра, ой, пудра, молочный. Это еще не все цвета, думочка, ну, это... Насчет цветов. Платье хочу показать. Вот. Там очень много цветов. Тут, если потянешься, то что-нибудь дотянешься. Дотянешься. Вот. Не, ну, я же говорю, красиво. У меня клиенты иногда часами в павильоне. Ищут вот свою модельку, да? Не то, что им всего хочется. Вот Тома вот попадет сюда, женщина, которая любит кожу. Уйдет она отсюда без сумки? А сегодня и мужчины отсюда без сумок не уходили? Ну, мужчины это еще ладно, а женщины, которые, понимаешь, вот у них просто тут буйство красок. Тут, как мне одна моя подруга сказала, говорит, нас в психиатрическую клинику, говорит, меня бы увезли из твоего павильона. Смотрите. Да? Тоже красиво. Марина, кстати, привет тебе. Привет передаю. Да. Смотрите. Какой город, Марина? Не скажу, она знает. Да? А вдруг тебе, Марин, много? Нет. Нет? Так что тоже красиво. Нет, у меня... клиентов вот таких, знаешь, очень много, я их помню, даже знаю, что какие сумки покупают. Вот есть Инна у нас Липецка, тоже моя клиентка. Ну, много, я просто говорю, это кто вот из первых особенно. Она, знаете, я почему могу запоминать, она всегда на таком позитиве. Ой, Оксана, сумку получила, все, спасибо большое, хочу вот эту. Говорит, не могу остановиться, всегда вот в одном тоне у нее. И она всегда вот позитивная, всегда все нравится. Просто есть запоминающие люди. А, нет, это вот, я говорю, кто был со мной, один из первых. И сейчас многие, я помню всех, я всех знаю. Я даже, они как приходят, да, сюда, Юля, тут, говорит, вы, говорит, нас не знаете, говорит, да. Многие. Ну, вы, говорит, для нас прям такая родная. Вы, говорит, уже, я говорю, да я чувствую, я говорю, вы идете со стороны, я знаю, что вы уже мой клиент. Смотрите, вот такая вот. Красиво. Да. Все, расцветки уточняйте. Расцветки есть все. Есть такая вот улиточка. Тут она. Улитка большая, ее... улитка маленькая. Да, я ее в этом в первом чуть-чуть части задела. Вот зацепила, она. Да. Новинка. Вот большая, угу, улитка. Угу. Цвета есть разные. Смотрите. Вот, кстати, сделан кармашек. Ну, карман посветлее. Здесь потемнее. Смотрите. Угу. Шикарная, шикарная. Такая обрезная кожа. Вот просто... Ну, вот, даже, да? Так. Да, ее можно, да, да, вот так, ага. Супер смотрится. Огонь. И также кожа вот по цвету отличается. Насколько все это продумывает. Ну, я говорю, прям аж затискала бы. Да. Вот такие кладчики. Ну, это спираль. Всегда, да. Мы их показываем.
Любят их, да? Да. Какие цвета больше берут? Опять желтый ухватила. Нет, ну это я ухватила. Разные, цветы. Вот по ним девочки, все разные. Молочные, цвета, брусничный, коричневый, фисташка, нежно-голубой, черный, терракот. Очень много. И опять Оксана ухватила желтый. Ну, это я не знаю, сегодня у тебя желтый цвет, точно. Я не знаю. Автоматически, у меня рука, да? Да. У меня бывает, я то на оливковый, то на тот, то на тот. Так, давай еще. Вот. Тоже новиночка? Я ее получала до этого, сейчас вот их две. Такая вот замочек. О, замок такой интересный. Да. Кстати, у нее нет камушка. Как ничего. Ну, это вот сейф. И все. Видите, пошла. Стильно смотрится, классно. И туда же, да? Тоже, и туда же можно. Туда же можно. И не туда же. Да, вот у меня, кстати... Инна вчера заказывала такую сумочку. Ну, сегодня вот будем ее отправлять. Красиво. Смотрите. Ой, ну расцветок. Ну, ой, опять видишь, что он. Красиво. Да. Прям под мой подходит сегодняшний образ. Лук! Посмотрите, девочки. Не, ну, интересная вот. Такая ручка, да, пробитая этим. Да, есть длинный ремешок. Угу. Есть. Угу. Тоже такие интересные модели. И расцветок тоже много, девочки. Получили вчера. Брусника, да, голубой, красный. Да, брусничка, голубой. Пудра, все желтый цвета. Я уже прячу от Оксаны. Она все тянется за желтым. Я уже ей пальцы убираю от желтого. Да? Уже там, да. Там вот такая модель. Ой, какая красивая. Смотрите, монетки тоже. Функция. Цвет функция. Как тоже моя девочка сзади говорит. Кармашек. Она вместительная. Я, как я всегда говорю, она у кого нет нарядная. Домашних животных, это вот взял сумку, да, вот едешь, да, сумкой, ну вот прям, знаешь, положительные эмоции, сиди себе, вот правда. На плечо? Ну вот. И вот так туда же, да? Да, и туда же тоже можно, конечно. Девочки. Даже нужно даже. И посмотрите, какие цвета тоже красивые. Зелень, голубой, фуксия. Сегодня. Как одна моя девочка с 15-25 говорит, фукция. Я говорю, не фукция, а фуксия. Такие таблетки. Да, тоже красивая вот форма. Форма интересная. Да, такая. Вот такая модель. Под Ботегу, да? Да. Продастся. Если у нас сумка не упадет, значит это не продастся. Это сколько их день? Я говорю, вот я сейчас смотрю. Я попала бы, вот я была бы клиентом, я попала бы в такой павильон, я бы тоже, наверное, я бы ночевала бы там, рассматривала бы, и зеркало бы мне оставили бы. Смотрите. Огонь. Огонь. 9500, пожалуйста. Такая так. Сумочка. Угу. 9500. Не убей. Вот так. На рыжий пойдем. Я уже Тома не берусь. Но все равно ближе, да, к солнечному тянется рука. Угу. Смотрите, есть длинный ремешок. Цвета разные. Нежно-голубой такой. Кофе с молоком. Красивая, да. Тоже. Одна лучше другой, девочки. Ну вот иногда бывает, что я попадаюсь на фабрике. Я понимаю моих клиентов. Я не могу остановиться. Когда бывает, знаете, заезжаешь на одну фабрику, там нет ничего, на другую. Иногда просто, вот, мне кажется, это такие дни удачные для меня. 9500 оптовая цена. Здесь вот такие вот очки. Mm. Кстати, может быть, как и унисекс такой. Смотрите. А твой лук сегодняшний? Да. Пожалуйста. И тоже с кармашек потемнее, а сам посветлее сделали. Да, угу. Да. И очень хорошо, что вот мне вот, например, нравится, что вот такие вот ремни не сильно узкие, вот как делают, да, вот такие узенькие, оно неудобно на плечо. Вот смотрите, вот. У меня вот такой вот рукав сейчас, да, но можно на плечо, угу. Девается очень даже очень хорошо. Пожалуйста. О, кошик. Вот. Что такое? Вот они заклепки. Класс. Класс. Вот такая модель угу. Есть. Смотрите, да, девочки. Да, я уже вижу, что ты опять желтым утянешься. Я не знаю. Угу. Ну, так. Что у тебя сегодня желтый цвет? О, вот она. Так, давай. Я вот прям хотела, чтобы опять вот ты сказала, желтый, да? Хотела, да. Давай какой-нибудь цвет другой. Все.
Во. Все. Ну, красный, красный. Ой, посмотрите, какой красный. Я тоже не могу не показать. Смотрите. Голубой. Это змейка. Зелень. Змейка называется? Да. Угу. Красиво. Цвета какие шикарные. Цвета просто играют. Еще есть расцветка. Это не все цвета. Вот. Угу. Пожалуйста. Смотрите. А там внутри что у нас, как получается? Замок. Замок, ну, глубокий, да, такой? И там не, кармашек еще. Сзади карман. Да, угу. Да, это все. Все. Сейчас у меня иногда, тоже. Знаешь, у меня иногда такой бывает страшный сон, я думаю, приду, вот эта вся витрина рухнет. Ой, какой красивый цвет. Тоже красиво. Не, ну, все-таки при таком ассортименте, тем более винтаж, он все-таки кожа нелегкая, ну, ну как это... Эх, добротная кожа, как я всегда говорю. Это, ой, цвет не так часто встречается. Да, он, да, да. Смотри, под маникюр. Красиво. Ну, да. Ты знаешь, я обратила внимание, что у тебя маникюр, как твои сумочки. Красный, белый, синенький. Такой же у тебя и маникюр. Потому что, Тома, многие обращают внимание на мой маникюр. У меня натуральный, это мой натуральный цвет. Нет, ну да, вот у меня... Сумки... Так же, это как под ногти. Натуральные. Я люблю. Все натуральное. Смотрите, вот. Поэтому они, да, это. Ой, одна лучше другой. Да, что да. Могу сказать. Я уже и то стала в винтаж сумках разбираться. Вот, понимаешь? Дома, а раньше места... мимо бы прошла и вот, не заметила. Вот, 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 это прогресс. Так, да? Еще и пару любовь. Уроков уже. Так вообще, смотрите, будет начну. Винтажной сумочкой. Только винтаж. Будет? Ага. Так, эти клачки показали. Да, мы вот показали. Этот... Ну, я расцветки пролистаю, девочки, такой смотрите. Вот прям мельмесик. Красненько, зелененько, да. Желтенькое. Цвета тоже. Ой, так. Смотрите, 9500 оптовая цена. Угу. Ага. Зеленая, нежно-голубая такая. Серо-голубая или серенькая. Серый, графит, да, цвет? Графит, графит даже, это... ага. Тому любимый, ну, его кстати, надо цвет. Набить. Если... И, кстати, она может вот такой вот быть. Знаете, если... Такую модель. Есть с заклепочками, есть без. Ну, с заклепками у нас, Юля, по-моему, один или два цвета, да? У нас два цвета. Два цвета осталось. Нет, я просто знаю, что без заклепок разные цвета. Смотрите. Угу. Юля нам приготовила. Да, вот такая модель. Шикарно. Тоже классно. Вот. И цвета. Да, тоже ее... Ой, цвета вообще, конечно. Тоже ее вот есть кармашек. Девочки, в Телеграм. Пожалуйста. Все. И если... Вы заходите в Телеграм, например, да, вот мне сегодня одна девушка пишет, говорит, Оксана, я не могу багет найти. Надо нажимать на поиск. Входите в поиск, есть там такое окошечко поиск, и пишите багет, и вам сразу выходит это фото. То есть просто так, может, поисковики вы там можете найти. Почему, ну, именно в поиск зайдете, там будут еще больше модели, все. Вот такая вот моделька. Такая кобура, ну это под Dior. Угу. Ну, изменено, конечно, все, но что-то уже все равно где-то можно проследить, да, что какого бренда взята модель. Ну, любую сумку она идет. Вот, вот. Ну, конечно, там уже 150 раз все изменили. О, все. Приехали, о. Вот они, сумочки. Это у меня шла на подзаказ. Мести увидела... так мести. Тут не одну бутылочку шампанского. И тоже можно туда. Да, Тома, да? Жизнь войдет. Да? Можно. И тоже туда можно? Можно. И с ночевкой и туда. Даже с ночевкой, Тома. Ну, вот одна клиентка увидела в Италии. Блогер одна рекламирована, заказала. Ну, я просто как бы в тот день работала. На фабрике их увидела. Да, вот я заказывала, привозила 9500. Очень вместительный, я же говорю, тут ни одна бутылочка шампанского. Вот эту у меня девочки покупали на день рождения. На свекрови покупала своей. Она говорит, тоже, смотрите, кожа как идет воском. Угу. Класс, да? Угу. И красная, вот посмотрите, плетение идет такое потемнее, посветлее. Вот на ощупь, Тома. Надеюсь, свекровь довольная. На, вот потрогайте. На ощупь, да, 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 вот конечно, конечно. Встречается, да? Да. 9500 оптовая цена. Такую нашу малышку с подпалом. Пожалуйста. Посиненечка такая. Чик-чик-чик. Да, она такая с подпальчиком идет, красивая. Тут прям уже потискать.
таких. По рассветкам уточняйте, подписывайтесь на телеграм. В одном цвете. Вот хочу показать тоже сумочка, как на высокий, так и не на высокий. Я сейчас покажу ее и на Юле. Вот она на мне. Угу. Юля, на ты приедешь. Юля, ну-ка. Юля, давай-ка ты тоже присоединяйся. Нас... Давай ко мне сюда, Я Юля. Работать, значит, работать. Да. Хватит бездельничать. Да. О, вот она. Вот и на Юлечке. Юлечке рост. 75. Ну, Юля... 65. Я маленькая, я еще не выросла. Я уже это прибрала. Угу. Отлично. Вот. Юля тоже, знаю, носит сумочку, да, Юля? Да, вот такая вот. Вот видишь, сумочка я в красной. Угу. Это... Мне пишут некоторые клиенты, он говорит, так говорит, красиво этот цвет, оставьте себе такую. Подумаю. А у Юли, да, по-моему, такая, нет? Нет. У нее другая, да? Сейчас свою достанет с пакетикой и покажет. Да. Она у нее уже... Я сколько помню, что в пакете она у нее лежит, она ее... А почему ты, Юля, в пакет ее? Вот мне интересно, сейчас вопрос такой. Чтобы пыль не падала. Вот мне интересно, Юля всегда... И моя лежит там под столом, моя сумка. А Юля всегда, я знаю, что она достает как это пакетик из пакетика сумку. Правильно. Правильно. Правильный уход. Правильный уход сумочки. Вот достань, вот Юля, выдайте, не-не, в пакетике прям доставай. Да, вот. Уже все клиенты знают, что она у меня в пакетике. Я просто все время думаю вопросом, почему Юля ее держит в пакете. Не, на самом деле уже все знают. Ну-ка. Вот, ну там у Юли вся жизнь, я вот так ты в 6 утра приходишь, да, в ней, и в 6, ой, 18 вечера, ну, да, и уходишь, хорошо, да? Хорошо, я не работаю вместе с ней целый день. Она неподъемная. Ну там зонтик еще. А зонтик-то зачем? Потрогай. Ой, кошмар, как ты такое таскаешь? Нормально? А что там, зонтик, еще что у тебя в этой сумочке? Ну-ка рассказывай. Ну-ка рассказывай. А вот хочешь, открой нам, покажи, ну, что ты в ней. Покажу. Да, мы вот, хотим. Смотри, косметичечка. Ну-ка покажи, ничего ну, себе косметичка. Подожди, ну, а ты что, так часто красишься здесь? Ну, не часто. Ты, видимо, на вечеринку пришла, да? Я крашусь прям, еду на работу, в такси, чунь-чунь-чунь, фары навела. Мы же говорили, мало ли, где ночь застанет. А, все понятно. Я помню, помнишь, Юля, мы на речку поехали в прошлом году. А, да. И сидели, Юля, смотришь, так достает с пакетика. Пакетики, там у нее как пакетики, салфеточки, все. Мы сели, знаешь, у Юли как это... Волшебная сумочка. Смотришь, все есть. Всё, да? Да, конечно, да, маникюр, да. Набор. А мало ли, а ты маникюр делаешь? Нет, вдруг, ну, вдруг у меня тоже, кстати, сломаю. Ножницы маникюрные всегда. Ниточку подрезать, например, на сумочке. А тут раз ножницы, смотрите, под рукой. Вот эти девочки у нас идут. Здесь вот Тома, дай-ка или вот эту. Даже дам. Не, любую. Ну, смотри. Сейчас. Это та же модель, нет? Модель похожая, она такая же. Вот даже трогай, Тома, на ощупь вот эту. Угу. Вот здесь вот. И трогай вот здесь вот. Разные. А, тут помельче плетение. Не плетение, на ощупь. И по качеству оно, да. Не качество, но ну, я имею в виду это. Да, да, на ощупь она будет разная. Вот это идет как будто бы воском. Да, 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 да. Такое интересное какое-то. Я вот просто... покажи, Тома. И здесь и даже плетение разное. И плетение разное, это разное. Одно, да. Да, вот да, это да. Вот мягче. Да, а да. Вот здесь вот ее настолько обрабатывают чем-то, я даже не знаю, она рисунок идет как виды. Вот это вот по цвет золота. Золото продали или на отправку на пошло? А у меня должны были ее. Угу. Вот такая вот. Смотрите, тоже вот здесь вот еще жестче. Ну, какой-то как эффект, я вот не знаю, чем это обрабатывают. В общем, чем-то, видите, совершенно другое плетение. Да. Какой-то как косичка идет. Они даже вот тут крупнее, тут это. И по ощущению разные. Да. Так что они, вот. Ну, они и дороже, они идут по 10 тысяч. Вот одна осталась у нас девочка. Кто спрашивал, же цвет? Одна в наличии, 9500. Почему не показываем модель? А вот эти, да, спросили у нас тоже. Ну, давай покажем. Вот они. Кто просил, девочки? Показывай. Ну, потому что у нас, знаешь, если вот эти, бывает сумочка завесили чем-то, все, я же говорю, или на складе. У нас, смотришь, огромная модель, давно продали,
почему объявилась. А склад перебирали, нашли. Вот видите, вот такие 9500. Они идут как унисекс, такие сумки. Видите, угу. Кармашек. Цвет такой апельсин. И, да. Угу. Шикарный апельсин. 9500. И в дорогу очень удобно. Такой шопер. Я шопер люблю, сумки. У меня много шоперных сумок. Кинул все туда, закинул. И пошел. Ну, не так, как у Юли, конечно, я такой не ношу. Тяжесть. Угу. Только такая расцветка или другие? Нет, есть? Есть. Есть, да? Показываю. Конечно, у нас. Угу. У нас есть все. Вот эту модель. А сумку рюкзак давай. Сетку. Вот эту давай. Вот сумка, рюкзак. У меня очень много расцветок, дома все есть. Понимаешь? Только, девочки, приходите, выбирайте, приходите, покупайте, на Телеграм подписывайтесь. Везде, там, да, везде. Есть. Пишите, такая ваша сумочка улетит в любой город. Для невесток, для бабушек, для тёщ, для свекровь. Особенно мужчины вообще должны тут стоять в очереди. Для своих любимых. А что-то вижу одни женщины здесь. Женщины, дорогие мужчины, дорогие мужчины, пожалуйста. Вот такая модель. На линию 29-59. 9500. Очень цветовитые, шикарные. Угу. Такие. Цветовая гамма очень такая. Прям красивая. Я вот люблю вот прям такие вот цвета. Приглушенные, как можно сказать. Вот и этот цвет. Сейчас очень красивый. Пудру вот и этот красивый. Вот вроде бы фуксия, но он такой приглушенная фуксия. Такая. Не сильно такой прям. Очень себе мышцы накачаешь, правда, угу. Так поднимать, если винтаж вот здесь вот хочу. Вот здесь вообще другое, совсем отличается. Там так идет, здесь посмотрите, вот как его сделать, да, больше, меньше. Оно как идет таким рисунком, тоже угу. Другая на ощупь. Угу. Здесь перегородка. Угу. Здесь. И тоже в ней туда же можно. Классная. Да. Она... Вот, мне кажется, даже и под длинные вещи подойдет. Да. А? Еще. Джинса такой, да? Потрогай, Тома, вот этот. Угу. А здесь тоже, смотри, кожу сделали светлую, да. А этот темный. И он на ощупь даже, она угу. Другая. Да, да, да. Видишь? Вот такие. Держи, я буду. Чуть-чуть сейчас. Ой, рюкзачки. Такие. Вижу. Да, сумка, рюкзак. Угу. Пожалуйста. 9500. Класс. Класс. Из этой серии же, да, вот да, сумки, которые пойдет, показывали. Да. Только рюкзачки. Тоже угу. Классненькие. 900. Расцветки сумка. Тоже уточняйте, девочки. Да. Есть со звездами такая сумочка. У нас одна клиентка, 4 штучки, только в разных цветах. Она пришла. Можно ее. Кстати, настолько полюбила модель эту. Она Коля накупила 4. Ну, сейчас хочу собрать. Мне все не хватает зажать вот это. Сейчас я соберу. Юля примерит и на себя. Просто многие думают, что на невысокий рост как будет. Так, Юлечка, иди к нам сюда. Вот, ну-ка. Щечки. Так, покажи. К народу. К народу, да. Во. На пожалуйста. 1,65 м. Вот, да, пожалуйста. Что... Она вообще шикарная. А расцветки такие или разные есть? Там разные расцветки. Разные, просто разные, они не помещаются разные, вообще. Разные. Даже ну, в разобранном состоянии. А где у нас вот это было новое с таким огонь. Со змеечкой сумкой? Смотрите. Я сейчас стараюсь показывать новиночки, то, что получили, потому что, ну, я думаю, тут можно у меня потеряться, поэтому ботами. Скриншот, думаю, пожалуйста, девочки, делайте, скрин. Да. Смотрите, вот такая есть длинный ремень, такая сумочка. Угу. Обязательно со скриншотом. И в ресторан. Сюда, сумочка, чуть-чуть поближе, там Юля сейчас найдет одну сумку. Смотрите, да. Куда угодно. Это
Сумка сетка. Да, классно. Два в одном. Да. Такая модель. 9500. Вот такая сумочка 7500. Получили ее. Тоже шикарная. Смотрите. А мы большие, да, такие показывали? Побольше, мы нет? Мы показывали змейка большая, змейка да, да. маленькая. Ох. Смотрите, она какая вместительная. У нее... Смотрите, какое донышко. Угу. Просто вот она... Можно ее... Это вот, знаете, кто хочет небольшую сумку... Ну, вместительную. Да. Это вот это. Ну, вместительную. Вариант. Она как раз-таки кажется, можно ее... Сзади есть карман. Ее можно... Сейчас я увеличу ремень. Насколько... Цвета покажите. А я расцветки покажу. Насколько можно ее сделать большой, набить эту модель. Сколько она может быть маленькой. Ну, то есть, опять-таки, мне кажется, на любую комплекцию, вот хоть куда с ней. Потом, смотрите, вот на мой рост. Угу. Вот. Юля, на тебе пусть покажут, как на тебе смотрится. Так, Юля, одевай. Смотрите. Отлично. Да, 7500. Это новиночки прям получили. Я говорю, вчера классные цвета, какие шикарные. Прям, эх. Эх, ну красота. А Юля. Так, ну что, Юля. С маленькой сумочкой. И куда мы идем? В ресторан. Туда же. Туда же. Ну, вот на Юле тем более длина ремешка не полностью сделана. Нет. Да, а, там еще запас. Ну, это я. То есть, с Юлем не покален. Вот, пожалуйста, 1,65 м и 1,76 м. Ну, Тома уже хотел 1 см от меня украсть. Да. Я такая, ну, воровка. Так, ну, я думаю, а вот кисетик, давайте, думаю, что показать еще? Вот должны получить... Ой, а девочки, вообще можете пересмотреть предыдущие видео Оксанина. Мы очень много снимаем, показываем. Есть, которые модели мы повторяем, девочки, для того, потому что есть, кто не видит, да. Вот эти кисеты у меня просто настолько популярны, я не знаю. Ой, их обожают у меня клиенты. Просто обожаю, потому что она такая, знаешь, и длинный ремень. Сюда даже папочку можно вставить вполне себе. Она станет, ну, в высоту. Ой, вместительный. Вместительный, посмотри. Конечно. А если его разносить, ну, такой будет. И алиоп, видишь, маленький. Вот и расцветки он. Тоже разные? Конечно, там море расцветок. И опять она ухватила желтый. Да. Что сегодня у тебя? Солнечный день. Солнечный день. И солнечное настроение, да? Угу. Так что. И красивый. Сзади кармашек. Необычная такая моделька. Всегда говорю, на винтаже надо поправлять. Ну, я обожаю. Я говорю, я сумочница. Хотя их у меня немного, но я просто люблю каждую сумку. Ты, наверное, поэтому... все... Магазины сумок, когда заходишь, всегда обращаешь внимание на сумки, да? На сумки, да. Наверное, когда в магазин, в любой центр куда-нибудь заходишь, наверное, в первую, куда... кто-то я бежит смотрю. В конфеты, кто-то бежит туда, а ты в сумке, да? Нет? У меня не то, что я могу издалека посмотреть что-то как-то. Не скажу, что я там иду куда-то. Я обожаю свои сумки. Да? Это, понимаешь, это мой выбор. Я выбираю их. Это мой выбор, это, ну, это совсем другое. Знаешь, как вот ребенка на чужого со стороны посмотрел, повывалился своего по-другому. Или там ну, да, да. Питомец домашний, да, какой-нибудь. Угу. Вот то же самое я и к сумкам. Я свои просто, я обожаю. Я их обожаю настолько. Это вот, и для меня настолько приятно, когда вот высылают мне фотографии из скрины. Я смотрю, вот сумка прям ну, в таком состоянии хорошем. Вот облюбленная прям вот... Понимаете, отдам в хорошие руки. Смотрите, вот такая вот модель. Модель 6500, оптовый цвет, коралловый цвет. Он даже не красный, коралл. Коралл мне тоже подходит. Кстати, в винтаже коралл. Мы даже не сомневаемся. Да, голубой, пудра. И розочки. Розочки. Ой, розочки, мы их тоже уже не первый раз показывали. Да. Девочки, вот сейчас выпускные, свадьбы, смотрите. Юбилеи, тоже, да, вот под любое платьюшко. Оно под все подойдет. И хочу показать. Будешь вот красивый багет. Сейчас я его заказывала. Вот этот раз мы ждем цвета. Вот в этом багете они будут фуксия. Еще у нас нет этих расцветок. Там такой будет тауп темный красивый.
Да. Одень на плечо, а? Сейчас. Угу. Пойдется, да еще с твоей сумкой в темном переулке, убьешь. Ну. Вот такой узелок, или как ты его называешь? Узелок, ботега с узелком, угу. Да. И можно носить на еще на длинном ремне, тоже очень красиво. Опускать ее можно, да? Угу. Ну, я думаю, что на этом все оставим. Потому что и так очень много, у меня уже голова кружится. Потому что, правда, такое разнообразие всего. Хочу сказать слова благодарности моим клиентам. Это действительно, хочу поблагодарить их, что доверяют мне. Ну, как бы, многие пишут первый раз. Я понимаю, что с опаской боятся, отправлю, не отправлю. Знаете, вот так вот, ну, читают отзывы, всем все отправлено, все нормально. И начинают, я говорю, делать заказы. То есть постоянные клиенты на одной сумке у меня не останавливаются. У них уже там коллекции просто моих сумок. Мне кажется, вот высылают фото там. Там, как у меня в павильоне, у них лежат вот так вот на диване, где-нибудь на кровати разложат, и все цвета. Ну, особенно, или у кого-то винтажа там по 10 штук, да, это такое. Поэтому хочу вас, девочки, поблагодарить. Спасибо вам большое за доверие. Мы вас всегда рады видеть у себя в павильоне. У нас вот Юля Шабан, Навруз. Ну, я обычно сижу, я занимаюсь перепиской, так как пишут очень много, я принимаю заказы. А ребята у нас все, пожалуйста, все покажут, расскажут. Поэтому и старайтесь сделать скрин. Вот я говорю, как да. Шабан говорит, у нас человек потеряется, если тут в сумках в этих. Поэтому делайте скрины, приходите, мы уже вам покажем. Ну, в любом случае, это скрин, если вы там что-то наметили такое. Ну, как обычно, уходят или с другой сумкой, или еще 2-3 там прихватывают. Поэтому все это, мы уже к этому привыкли, все нормально. У нас, я говорю, с одной сумкой редко уходят. Поэтому спасибо вам, Тома, спасибо тебе, вам Юля. Тоже. Юля у меня прям как заштурмана всегда. Я все больше и больше информации узнаю о сумках, вот честно тебе скажу. Это я чувствую, что я тоже скоро винтаж, винтаж в моем этом будет, сумочном пополнении сумочек. Ну, потому что это действительно да, одно дело интересно. Рассказать, другое дело когда... показать, и да, когда ты уже когда и на плечо. Клиенты получают винтажную сумку, у них уже все. Да, да, другой, да. Она говорит, просто не ожидали цвет такой. А цвет, он действительно ни камера не может, это вот только человеческий взгляд может. И то, иногда клиенты приходят в розовом, где смотришь сумка, вот особенно та цвет, она под розовый подстраивается, синий там, или вот такие цвета сложные, ну как их назвать, они настолько подстраиваются под ваш гардероб, под все, и как-то смотрится необычно. Поэтому, конечно, это... Дорогие подписчики, пожалуйста, делайте скрин, присылайте девчонкам скрин, потому что был случай такой, когда девушка лично при мне зашла, женщина, и говорит, я там видела сумку, а ее спрашивают, какую? Да вон вот такую, а какую? Да вот, вот такая была, а каким цветом? А вот таким цветом, девочки, это очень сложно, они, действительно. Да. Нет, увидели вы, хотя бы там сфоткаете, нет, и вот так галочку. Дело в том, что по цене они практически, цена может быть одинаковая, плетеных тоже их да, много, да, да. Гладкой кожи. Лучше скрин. Скрин, любой, да. Даже самый такой неказистый, да, да. Скрин, хоть поймем. Чуть-чуть, да, потому что да, я слышала поймем. Такой случай, я не, как не, раз мы сидела. Мы к этому привыкли, мы стараемся, можем, я говорю, хотя бы как название сумки было, ну, скажут какой-нибудь там Гермес, или как у вас все, или как у Юли, мы уже знаем. Или царапка, или не царапка. Да, 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 это мы уже, я говорю, хотя бы название. Да. Так что, девочки, все, всем пока, спасибо вам большое. И я вам рада, спасибо огромное, хочу да. Хочу выразить вот такое слово, потому что за доверие, что люди мне доверяют, и за такие хорошие отзывы, хотя я рада любым, я всегда говорю, если даже плохой отзыв, значит, мы работаем больше, и живые. Да, значит, он меня еще больше подпитывает. И вообще... Подпитывает такой, знаете, энергией. Это тоже хорошо. Мне всегда, говорю, меня делает сильнее. Это, нет, ну это... И я еще знаете, вперед иду. Это где-то в глубине души даже льстит. Да, да, да. Да, тебе даже... Ну, я хорошие отзывы, я вот спокойно, знаете, хорошие, такие мне прям аж как бальзам на душу.
Так что, ну что, дорогие друзья, вот на такой ноте мы заканчиваем свое видео. Всем еще раз, девочки, огромное спасибо вам за труд. Девчонки, подписчицы мои, мои куколки, я как вас одеваю, также покупайте сумочки к каждому платьюшку и будьте всегда красивыми, неотразимыми, любимыми, счастливыми, порхающими. Всегда ваша Тамара Шик и девочки, линия 21. 29, павильон 59, и в том числе и мальчики. Всем пока-пока!